На днях в Избисте собрались педагоги из городов Южного управленческого округа, чтобы принять участие в информационно-методическом дне. Мероприятие такого формата регулярно проводится областным институтом развития и образования. В информационно-методическом дне приняли участие руководители органов местного самоуправления, работники сферы образования, а также представители родительской общественности. Основная тема для обсуждения посвящена стратегическим ориентирам и механизмам воспитания современных детей. На сегодняшний день это достаточно актуальная тема, она рассматривается на всех уровнях, в том числе российском уровне, и поставлены серьезные задачи перед системой образования в части воспитания детей, рассмотрения различных механизмов, ну и, естественно, это и сотрудничество с семьей, которая не остается ни в коем случае у нас за бортом, а на сегодняшний день становится одной из приоритетных задач в системе образования. В рамках мероприятия участники встречи заслушали пленарный доклад ректора областного института развития и образования Оксаны Грединой, которая подробно рассказала о специфике поколений и о том, насколько важно находить правильный подход к современным детям. Специалисты образования утверждают, в век технологий детям как никогда нужно живое общение. Ничего не заменит в развитии ребенка, как живое общение со взрослым. То есть это человеческая речь, она должна быть. В большей части все равно место нужно уделять общению с детьми, в совместной деятельности семьи. То есть нужно формировать в молодых семьях традиции, провождения досуга. После того, как участники заслушали доклад ректора Института развития и образования, работа продолжилась по секциям, которые вели специалисты института. По итогам работы педагогами были сформированы предложения в части воспитания подрастающего поколения. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.